С одним. Зачем тебе Завка габарит, понимаешь? Габариты тебе зачем? Перелет руля, да? Можно вот тут подняться, вот. Можно. Стас, можно вот так подняться? Так проще. Где вот так? Я вот тут поднимался когда-то, где вот эта глыба. Прямо через это. Глыбы вот это никогда не было большой, вот по МТ, я вот так. Его делаю. Направить надо. Не-не, назад. Спусти его назад. Надо больше вот так, вот туда. Вот так, да. Ближе к камню. Левее возьми. Камушек туда больше. Камушек подложить? Не, на камушек туда, чтобы выше, левее он поднялся. Плотнее. Надо еще вот так, больше? Походу, да. Спускайся туда вниз. Больше вот так. Вон там кафе выстроишь. Ну конечно. Да, иди мы же как у простых смертных не можем. Не, с айфоном ходить. Где же ты видишь айфон? А что это? Сраный Samsung. Соня. Это же то же самое. Это немножко лучше. Он во славу попадает. А, жалуется, жалуется. Поплачь еще. Не, айфон дома валяется, никто не может починить. Да, больше вот так попробуй, больше. Он сломался, прикинь. Яблоко сломали. Ему надо просто заскочить. Шоник, идите вот там машинку, катайте вот там. Да. Ну что ты вплотную к скале прижимаешь? Шон, нет, Шон, вот там катайте машинку, вот там, подальше от дороги, вот там. Пошел, не останавливайся. Э. Все. Сирию ломать не надо таким образом. Надо ходом идти, вот как ты пошел и должен был поехать. Да еще на да, все, попробуй так. Ты как стилей мобоцина? Так и нет. О! Все. Поломал? Девчонок, убери с машины, девчонок, убери. Давай назад. Да ничего, ничего себе. Да? Подожди, пусть выйдут. Да не надо, три девочки. Зато открытие видно. А я что делаю? Ямка где-то высоко. Ну, сейчас, подожди, смотри. Не, все нормально. Ты можешь не съезжать, сейчас мы камни попозже мы выйдем, и все, чтобы тебя не съезжать. Камни. Это снимаешь, Голливуд ты. Я старый Тарантино, мне простительно. Тарантила? Чиполлино. Вот там надо еще можно подниматься. Вот там и вот там. Там я поднимался, но валом цепляет, гребешь валом. Слушай, у тебя мамаша вал твой низкий. Ну, какой дебильный вал. Ты что-то таскаешь? Сними его. Ну, я же тебе говорю, мусора надоело. Так вози его в багажнике. Типа вот он, 2 секунды, что. Ну, хорошо. А вот ты вот сейчас оттуда выезжал, у тебя резетка прямо так. Это же поломана уже, резетка поломана, тушили. Ну, если бы он сейчас камушек там не подложил бы, там бы она и осталась. Плуг в землю. О, камушек, хороший мальчик. Да, что же будет через 20 лет, Добрыня Никитич. Интифада. Нравится мне моя машина? Я тебе советую, спустись и зайди сначала. Нормальная машина, что тебе она не нравится? Прямо, тебе, видимо, надо по-другому. Нормальная машина, сексуальная, можно в багажнике иметь, народ. Мягкая мебель лежит.
Господи, одни русские, а? Твою мать. Да. Куда попали? А? Израиль называется. Не говори. Еще одна звездочка на Сергея Молодого. Стас, давай тут пройдем. Звезды. Иди, сади сюда. Ай, какая погода. Валера, ты без полотенца, ты веришь? А, Стас, тут пройдем? Особо намерен колбаситься, машина чистая. Так а что тут? Опять царапины закрасился карандашом. Так а что тут ты можешь себе поцарапать? Тебе еще карандаши подарить. А? Тебе еще карандаши подарить. А где карандаш взял такой интересный? На этом, на eBay. Есть специальные такие карандаши. Походу тебе надо этот самый, для ролика. Валик. А лучше пульверизатор. С ведра. Не раскручивай! Вот там надо ему камень подкинуть, и он заходит. Как раз машина чуть-чуть назад. Машина как всё. Раз сюда наклонится. А смотри, даже после поднятия у него переднее. Ты видишь там колесо? Смотри на переднее правое, открытие ноль. Если ему там камни подкинуть, я думаю, он зайдет.